Контроль через участие – девиз работы общественной палаты Щелковского района на протяжении многих лет. В этом году она оценена на уровне правительства Московской области, вошла в десятку лучших среди общественных палат региона по итогам работы в социальной сфере. Знаком отличия общественной палаты во благо города Щелково наградили тех, кто оказывал существенную помощь в благоустройстве нашего района. Среди них заместитель председателя общественной палаты Щелковского района Олег Черных, руководитель администрации городского поселения Загорянский Роман Назаров, бывший председатель общественной палаты Щелковского района Рафудин Балашов. Когда вот я руководил территорией, я всегда говорил как? После себя человек должен что-то оставить. Вот прошел срок определенный, руководил, допустим, поселением 4 года. Ты должен или дорогу сделать, или церковь построить, или свет провести. Но все что-то население сказало спасибо, чтобы когда ты идешь по данному населенному пункту, люди не переходили на другую улицу, а люди шли и здоровались, улыбаясь, и вспоминали прекрасное время, когда они жили. На итоговом заседании уходящего года обсудили основные результаты работы. Сегодня и с населением, и с руководством района мы работаем, ну, не сказать, что в контакте. Не всегда, конечно, мы единодушны во мнениях, но уж точно в контакте всегда. Основной темой повестки стал вопрос о состоянии развития институтов гражданского общества в Щелковском районе в 2016 году. Среди основных направлений – подготовка и проведение мониторингов, частоты и прозрачности выборов, деятельность организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приюта для бездомных, безнадзорных животных, законности закрытия проезда в городских поселениях, цен потребительской корзины, восстановление социальной инфраструктуры военных городков и других. Общественная палата также оказывала содействие инициативным группам в участии в премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье», муниципальных форумах, идеология лидерства, стратегия перемен, Щелковский управдом, помогала в подготовке и проведении мероприятий общественного контроля деятельности органов местного самоуправления, проведении круглых столов по различным вопросам. Многие моменты были вами инициированы, были вами продвинуты на нашей территории. Благодаря только вашему упорству. Провели детальный анализ результатов общественного мониторинга за выполнением поручений губернатора Московской области по итогам его встреч с представителями общественности. Обсудили итоги проверки и исполнения решений в рамках программы восстановления социальных объектов и инфраструктуры военных городков. Марина Позднякова, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».